2019 году в приемную депутата Московской областной думы Дмитрия Голубкова поступило более 350 обращений. Из них порядка 100 в рамках личных приемов. Приемные успешно функционируют на площадке Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» на Можайском шоссе. Основные вопросы, с которыми люди приходят на прием – жилищно-коммунальное хозяйство и все, что с ним связано, благоустройство дворовых и общественных территорий, проблемы долгостроев, социальная поддержка населения. Об этом сообщил парламентарий в своем ежегодном отчете о проделанной работе. Единорос добавил, что наиболее значимые наказы, затрагивающие большое количество людей и требующие значительных затрат, уже сегодня включены или ведется работа по их включению в действующие региональные государственные программы.